Дождливая погода подпортила, но не отменила праздник. В День России на главную площадь города пришли около сотни горожан. К сожалению, они не увидели всю праздничную программу. Ее организаторы вынуждены были скорректировать. Как развлекались под дождем, увидела Ксения Кабанова. Погоня за мыльными пузырями помогла самым маленьким северодвинцам согреться. Развлекали детей аниматоры. Взрослых взбодрили массовой зарядкой. День России северодвинцы встретили под моросящим дождем. В честь молодого государственного праздника на главной площади города концерт. Хоть зрителей не больше сотни, творческие коллективы выкладываются по полной. Не испугавшимся дождя аквагрим бесплатно. С флагом на щеке на главной площади города северодвинцы исполнили и главную песню страны. Конечно, погода подвела. Погода, тем более лето, дачи многие. Они взрослые потребители. В городе много патриотов, просто у кого-то нет возможности, кто-то работает, кто-то еще. Много, по всяким, около ЦУМа, еще где-то организовывают и все. Тут уже другое, желание людей прийти. Поздравляем с Днем России, да. Желаем любить страну, быть патриотом страны. Организаторы подготовили разнообразные мастер-классы, но большинство площадок пришлось отменить из-за погоды. Сайт GO29 дождя не испугался. Организовал фотозону всем участникам магнит с поздравлением. Я счастлива. Россия – самая лучшая страна в мире. Я счастлива, что я живу в России. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Ничего, главное – праздник. Россия в любую погоду хороша. Зрелищным стал запуск в небо 180 бело-сине-красных воздушных шаров. Эта традиция уже стала ежегодной в Северодвинске. Основные мероприятия развернулись еще на трех площадках города. Отмечали у ЦУМа, на площади Просянкина и в парке культуры и отдыха. Всего в празднике поучаствовали 750 северодвинцев. Ксения Кабанова, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.